Уже третий отопительный сезон жители Башкирии ждут платежки с содроганием. Цифры в них очень большие. Разобраться с ними чиновники пытаются до сих пор. На совещании в мэрии города 30 ноября рассказали, что за октябрь потребление тепла уменьшилось. Вот проанализировав эти начисления за октябрь, выявили, что по 73% на квартирных домов потребление в октябре 2021 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители потребили на 25 тысяч гигакалорий меньше, и в деньгах это примерно 58 миллионов рублей. Советник мэра Уфы Вадим Беляков на оперативном совещании объявил, что сумма в квитанциях за отопление за ноябрь увеличится на 50% по сравнению с октябрем. По его словам, высокая сумма, которую жители получат, объясняется похолоданием в ноябре. И примерно проанализировав данные по погоде, не видя еще сами квитанции, предполагаем, что в среднем увеличение квитанции в ноябре произойдет примерно 50%. То есть жителям надо понимать, надо готовить, проверять свои квитанции и смотреть, что какие начисления там будут.